В городе Семилиственниц общественники стараются работать во благо не только людей, но и животных. На привлечение внимания граждан к проблеме бездомных животных члены некоммерческой организации «Ковчег» получили 300 тысяч рублей в рамках президентского гранта в 2018 году. В это воскресенье в мини-приюте впервые состоялся день открытых дверей, куда мог прийти каждый желающий. Альмира Новоселова продолжит тему. Хуснеддин Парпиев – владелец мясной лавки. В магазине остается много отходов, которые регулярно он приносит в мини-приют. В это воскресенье в очередной раз порадовал своих четвероногих друзей 300 килограммами гостинцев – свиными шкурками, грудинками, суповыми наборами. Рассчитывает, что на пару недель собакам этого должно хватить. Эти собаки и так любви не ощущают. То есть они хотя бы о еде надо, чтобы чувствовали, что это как бы они живут. А то, что они как бы будут есть сварено одно рис или каша какой-то. Тоже нельзя так. Их же и никто же, кроме нас, не ухаживает. То есть, если мы приходим домой, у нас то же самое. На столе садишься, и как бы первое, второе, и тут то же самое. Тут должно быть и курица, и говядина. Поэтому пускай едят сколько хотят. Если есть возможность, почему бы не помочь? Желание помочь бездомным животным руководствовались активисты местной общественной организации «Ковчег», когда год назад у них появились первые животные, которых они здесь приютили. Сейчас на их попечении 11 собак и 6 кошек. Некоторые из них живут в мини-приюте, другие – дома у общественников. Если говорить о кошках, кошки обычно у нас откуда? Все с подъезда подобраны. Также, то есть кто-то либо наигрался, либо получилось ненужное потомство, выращивали, потом по подъездам разнесли. Вот. Если говорить о животных, которые сейчас у нас тут сидят, вот собачки, они, в принципе, получается, мать, самая красивая собака Найда, скажем так. Ну, очевидно, она просто породистая, возможно, западно-сибирская лайка. И остальные – это ее щенки, которые вот когда-то были маленькие пушистые колобочки, а теперь вот выросли до больших собак. Помочь животным может каждый желающий, принести корм или вовсе забрать себе собаку или кошку. Теперь благотворительные акции будут проводиться каждое последнее воскресенье месяца. Точного адреса у мини-приюта пока нет, ориентиром служит дом 12 по улице Сибирская. Уточнить информацию можно по телефону 8 922 467 1156. Альмира Новоселова, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».